сестрей. Я хочу ехать по раскуп, чесла я пца, за документальный фильм. Для команды, которая делала этот фильм, мы, ну, правда, внесли в этот фильм кто что мог, да, то есть и с огромной отдачей. И есть же какие-то работы в твоей жизни, которые для тебя тепло какое-то оставляют, да, для меня вот этот фильм, да, и сотрудничество с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, и в первую очередь с Гетой Ардзинба, да, вот как бы ставила очень положительные впечатления, да. Спасибо за те глаза, которые... Mm-hmm. А, тут некоторые уже видели этот фильм, а некоторые, да, я сидела, подглядывала за теми, кто видит впервые, да, и мне, конечно же, были важны ваши реакции, да. А, меня это удовлетворило, и мне это было любопытно, да. Спасибо, что вот, и, конечно же, если про команду говорить, в первую очередь, конечно, это же блестящий хор наш. Хара хазлар зыпана, апсуа жлар рашуха мыдзра зыпана, и чкаатуб абасико апроектква. И табуб хара хёд апсна базат конгресс алахуйца зэге, апхера хаштаз халахуфхоз. Это место стало одним из маленьких таких достопримечательностей нашего города. Можете прийти, посмотреть. Это что касается такой вот изобразительной части. А что касается музыки, ну это чудесная музыка, не знаю, записанная на старых пластинках. Гениально, что вы сделали, вы дали вот эту распевку, да, речитатель. Я бы вообще еще больше бы дал, потому что это никто, нигде, никогда не может увидеть. Потому что это есть только у людей, у народов, которые имеют огромный пласт культурного песнопения. А мы его имеем, и мы мало чего говорим, вот понимаете? Я думаю, что мне повезло уже участвовать не в первом подобном проекте. Я такой регулярный волонтер. К чему говорю, все это хорошо, получается очень хороший, качественный продукт. Я надеюсь, что вот то, что закладываете вы сегодня, аукнется лет через 10, может быть 15, но это обязательно аукнется. И вот тогда, наверное, люди, все, кто окружают сегодня, смотрят, слышат это, вот, поймут ценность вот подобных вещей. Огромное спасибо всем участникам проекта. Условия партнерства в проекте «Амазара» – это абсолютно безвозмездное, совершенно не монетизированное участие в съемке каждого фильма, каждого продукта. Поэтому вот главное, что сегодня здесь от лица Конгресса хотелось бы сказать – это большое спасибо, низкий поклон за время, за творчество, за усилия. Те видео, которые сняты в Абхазии сейчас, это блок музыкальный. Снят танец, вокальное исполнение хоровое, народное, инструментальная музыка дауд. Но идея принадлежит Мусе Хабалевичу, нашему руководителю, нашему вдохновителю, локомотиву нашему, вот, верно сказал. Ису, хапсу, духа, зыргару. Апсу, ипсу, гаряшко, зырхон, ро, усуба, барцельцу, убили зырхоном галы, того, парас, парстаху. Ису, ансамбль, жаб, жиз, цирку, схо, ачкон, связгал, чешему, шизу, ус, дырна, профессионал, познейшал, шачу, а вчера, прошу, дерес, чур,
Истахуб дара, хэнткаррэг ишас гвартар, ишас храр, шаштархар. Знаете, мы в последнее время, вот как раз год-два, очень часто говорим о сохранении нематериальной культуры. Поэтому вот в этом ключе появление такого фильма и деятельность Конгресса, направленная на сохранение нематериальной культуры, она заслуживает, конечно, отдельного, вот, отдельной благодарности и отдельного внимания. Это бесценно. То, что сделала Мадина как режиссер и вся команда замечательная, она показала, как, на мой взгляд, музыка сопровождает человека всю жизнь, с момента его рождения. Апсо и Дохаца Ула. И Дохаца Ула, и Русь Баша, и Цула Памацара Якумба, и Сырного, и Ченыр, и Пашала, Ашала Дрезневан. Усура чома, анхара чома, анцара чома, бзебара чома, айз хазихара чома, ехакузалаке, бакрака чома, гурир чома, ехакузалаке, бяарицован, дезнион, и гуй псахтин, ана, аша дит сверна.